туркит порода называется, вообще-то говоря, да? Или туркиты. Вот этот щелочной, суперщелочной, содержащий большое количество редких земель, кстати. Вот тут важно выделить мономинеральные фракции, потому что редкие земли рассеяны не во всех элементах. Вот, скажем, в нефелине их нет, там, в пироксенах их нет, а вот их и в диалитах, и прочих, в сфенах тут будут редкие земли. Поэтому важно получить, его расколоть и получить мономинеральные зерна. Ну, давайте попробуем его туда. Ну вот, собственно, что и требовалось доказать. Вот и в диалита кусок вышел, да. Цельный, да. В диалит. И потом вот эти мелкие можно туда тогда уже. Да, да, давайте выложим, посмотрим. А это мы додолбаем. Олеж, давай вот это мы оставим. А вот эту мелочь, ну-ка давай ее сюда. А мы ее туда в лабораторную, да? Да, да, да. Вот смотрите, видите, что происходит туда? С куском? То есть он вот на экране. Видите, очищается, да-да-да. Да, он разделяется именно по границам зерен. Да, это получается фрактальная фактически дезинтеграция. То есть это не дробление. Вот то, что у вас в руке, соответственно. Да-да-да. Красивейший кусок в диалит. Он разбирается уже вручную, вот видите? Да-да-да. Фактически. Он уже сильно Ослабился. Да. И также, в принципе, будет разваливаться, соответственно, вон, видите, пальцами. Да, также будет разваливаться и кимберлит, да, и будет оттуда вытаскиваться, соответственно. Абсолютно так, да. Я согласен. Такие дела. Вот. Снимаем этот электрод, да? А куда его ставим? А это он сам поставил. Ага. Вот теперь, чтобы не оторвать, теперь просто вот запустите туда руку с этим самым, да, чтобы рубашку только не намочить. Вот, и посмотреть, что там происходит. Там почти ничего не осталось. Да, там тут, нет, тут крупничок есть. Вот этот, можете достать, посмотреть, что это такое. Самое. Давайте на поверхность достанем. Да, сейчас я зачерпну. Вот то, что я достал, да, вот это то, что по плюсу там осталось этого камня, да. Вот, пожалуйста. Да, это в основном пироксены, ну и что-то тут еще. То есть мы отдельно имеем и в диалит, отдельно имеем и в диалит, а отдельно имеем пироксен. Да, вот там еще есть кусочек. Ну, есть сросточки, это сросточки, да-да-да, и в диалитик меленький, вот он. И у нас определенный объем воды, который мы потом анализируем, в случае, если есть задача такая, при потере контролировать и так далее. И мы, соответственно, открываем камеру, вот она совершенно спокойненько в сторону уходит, пожалуйста. Удобно. И все на сите остается. Вот эти надситовые, вот они. Да, и да, вот мелочь это вот видишь, да, пыль. Да. Вот это вот мельчайшие фракции. Да. При этом мы ее не теряем. А это очень важный момент. Да, потому что в них могут быть, скажем, редкие земли. Совершенно справедливо. Они могут здесь концентрироваться. Да, и весовой баланс у нас всегда, ну, понимаете, да, там до процента потери максимум. Да, это может быть. Для золота это важно, тонкого. Вот эти мелочевка вся, понимаешь? Вот застряло трудное зерно, вот провалилось. Да, ничего страшного. Так вот мы подняли сито, мы просто поднимаем этот пакет. И тоже слить воду надо изнутри. Можно не слить, ну да, слить воду, конечно, надо. Но смысл в том, что у нас все в одном пакете. Вот мы его достаем. Весь продукт, который вот мы его достаем. Вот он весь там. Вот он весь. Ага. Да, это песочек. Вот где вы, на какой механике, да, на какой механике вы сможете такое сделать, A few moments later.
настоящее время мы выполняем мокрый рассев пробы эвдиолита на сети размерностью 500 микрон. Мы получим продукт менее 500, чтобы в дальнейшем на гидросепараторе, который попытаться получить полностью эвдиолитовый концентрат. Начинаем загружать наш продукт в гидросепаратор. Загружаем до половины колбы. Сейчас материал осядет, и мы посмотрим, сколько мы еще можем. Меняя режимы, мы тем самым выбираем более оптимальный для каждого продукта. Сейчас более легкие минералы уходят. Получается из продукта.